Цветок пустыни. Кособах. Варис, Варис! Старец! Варис! 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 Мама говорит, нам нужно двигаться дальше. Ее зовут Фатума. Нельзя звать овцу, как дочь Аллаха. Да, кто бы говорил. Варис, я не хочу с тобой расставаться. Я никогда не оставлю тебя одного. Обещаю. Несколько лет спустя. Come with the police, though. Oh, no. Yeah.
Прелестный денек. О том, чтобы украсть эту вещь, можешь забыть. Простите, мисс. Ладно, я пошла за охраной. У тебя будет скидка 10%, когда получишь студенческий билет. Мало? Господи, ты меня напугала. Я позову охрану. Это запрещено, ясно? Тебе смешно, да? О, погоди, я сейчас вызову охрану. Исчезни навсегда, и мы забудем, что вообще друг друга видели. Идет? Убирайся отсюда. Я здесь. Мне некуда идти. Я не могу вернуться в Сомали. А, так, Сомали. Тогда понятно. Сколько ты лет в Лондоне? Ты понимаешь меня? О, 6 лет, и до сих пор не говоришь по-английски. Сегодня ваш счастливый день. Очень весело. Так я и знала. Пока, пока. Как поживаете? Я позову охрану. Слушай, оставь меня в покое. И иди в ночлежку или куда там еще. Ночлежку, понятно тебе? Не иди, не иди.
Черт, ты меня что преследуешь? Перестань смотреть на меня щенячьими глазами. Я тебе не говорила, что ты можешь у меня переночевать, так ведь? Как зовут следующего кандидата? Мэрилин Маккин. А тебя? Варис. Мэрилин. Одну ночь. Спасибо. Все нормально, это моя сестра. А я тогда кто? Твоя тетя? Я нашла ее на работе в туалете. Ну и что же? Она пошла за мной. Забудь. У меня пансион, а не благотворительная ночлежка. Супер. Сегодня просто мой день. Королевская академия танца меня не приняла. Королевская балетная школа тоже. Национальный балет не дал станцевать. Сначала хотели поговорить о Рембра, Рибре, без разницы. Что за идиотское имя? Ничего не вышло. Ну и что? Хватает и других балетных школ. Ты классная танцовщица. Ты гнешься в таких местах, которых у меня вообще нет. А куда мне деть это и это? Это красиво. Тело балерины из костей, а не из сала. А что с ней прикажешь делать? Погода сегодня солнечно-ливень. Ты что, BBC? Ой, извини, я кое-что забыла. Твоя сестра может остаться на одну ночь, не больше. Супер, в какой комнате? В твоей, на полу. Не позволяй ей писать на ковер, а иначе лишишься залога. Ну, конечно, Пушпа. Ты умеешь подбодрить как следует. Эй, без фамильярности. А ты, волчонок. Уберешь комнату, прежде чем уйти, и оставишь все как было, хорошо? Помни, даром тут у нас только смерть. Мама. Черт, проклятый будильник, не прозвенел. Ты все убрала? Я раньше никогда пол не видела. Спасибо. Неплохо. Ты его делала раньше? Подожди-ка. Я напишу тебе адрес, куда ты можешь пойти, хорошо? Погоди. Попробуй сначала это место. Им всегда нужны люди. Я сама там работала. Работа. Ты работа. Ясно? Работа. Да, точно. Извини, я не могу пойти с тобой на остановку. Нил, моя батарея еще течет. Ты не хочешь нас представить? Я Нил. Файрлэмп. Очень приятно. Руки прочь. Почему? Потому что я просто управляющий. У меня есть диплом, знаешь? А ты кто? Ноль. Вот, надень. А то замерзнешь. Под ноги смотри.
Когда ты моешь пол, ты должна поставить желтую табличку. Не то люди могут подскользнуться. Это опасно. Давай сюда. Убери столы на той стороне. И не забывай улыбаться. Прошу прощения. Я не знаю, понимаешь ли ты английский, но... Знаешь, я фотограф. Я ищу новые лица. Возьми мою визитку, пожалуйста. Когда захочешь, просто позвони мне. Спасибо. И не выбрасывай ее сразу, ладно? Что, милочка, нашла работу? Классная куртка. Очень хорошее качество. Сделано в Китае. 35 фунтов. Посмотри на меня. Я похожа на дуру? Дам тебе 20. А это? Только для тебя скидка. 25. 25? За пару дрянных шлепок? Ты называешь мои туфли дрянными шлепками? Убирайся и поскорее. Я же должен работать. У меня семья. Моей жене нужна операция. Да ты даже не женат. Да, снова привела свою подружку, да? Ты тут не нужна, волчонок. Я деньги. Все комнаты заняты, извини. Можно ко мне, но нужна раскладушка. А ты где будешь спать, на подоконнике, что ли? Одна ночь здесь, одна ночь. Пожалуйста, мама. Никто не зовет меня мамой. Одежка? Марилин! Мэрилин! Мэрилин! Открой, открой! Мэрилин, пожалуйста. Обслуживание в номерах. Да. Мне войти и все поставить? Просто оставь тут. Я готовлю превосходно. Какая разница? Лучше переоденься. Я не могу, у меня уроки. Не спорь со мной, давай одевайся. Нет. Ты неделями учишься, работаешь и спишь. Сегодня можно повеселиться, милочка. Мне надо заполнить форму, хорошо? Сначала укажите фамилию свою.
Какую фамилию? Варе из твое имя, Дирия фамилия. По-английски, пожалуйста. Спасибо. Дата рождения. Я не знаю. Какой день, месяц, год? Сезон дождей. Может, ты стучать будешь, а? Стучал, ты что, глухая? Так, а что у вас на обед? Паста со шпинатом и сардиной. Ну, может, попробую. Вкусно. Это тебе. Знаешь, Варис, я могу что-нибудь приготовить. Яичницу с беконом. Я готовлю отличную картошку. Да, да, Нил, замечательно, спасибо. Что, что не так, что? Еще один отказ. Я не буду танцовщицей, на всю жизнь останусь с продавщицей. Откуда ты знаешь, что это отказ? Потому что согласие присылают в больших конвертах. Чего? Там к тебе посетитель. Я сейчас не могу. Пошли его подальше. Оставьте меня все в покое. Я что, твой дворецкий, что ли? Мэрилин, мы танцуем сегодня? Привет. Я Гарольд. Гарольд, это твое имя? Да. А как твоя фамилия? Джексон. Гарольд Джексон. Да, мне нравится, как ты это говоришь. А тебя как зовут? Варис Дахар Машар Таму Хамад Сулейман Дерия. Твои родители не могли определиться, да? Имя Варис, фамилия Дерия. Дерия. Как мне называть тебя? Варис. Варис. Откуда ты взялась? То есть ты мерзешь? Это не пуховик? Хочешь потанцевать? Что значит Гарольд Джексон? Что? Сомали все имена что-нибудь означать. И что значит Варис? Цветок пустыни. Ты не африканец? Нет, я из Нью-Йорка, Варис. Я здесь всего на пару недель.
Come on. Идем. Let's dance. Давай потанцуем. Иди сюда. Ты хорошо танцуешь. Поймал. Подожди. Ну ладно, мне очень жаль, я виновата. Приличная женщина такого не делает. Приличная женщина может развлечься, но все равно остается приличной. Нет, приличная женщина такого не делает. Чего не делает, Варис? Можешь сказать? Секс, да? Что в нем такого дурного? Чего надо стыдиться? Только обрезанная женщина, хорошая женщина. Извини, что за обрезанная? Ну ладно, объясни мне. Так она остается девственницей, верно? До своей первой брачной ночи, и тогда муж ее открывает. Это же обычай, разве нет? Я не понимаю, о чем ты говоришь. You're not cut? Ты не обрезана? What do you mean? О чем ты? У тебя что-то обрезано? Can you show? Можешь мне показать? Maybe I can understand. Может, тогда я пойму. Они все отрезали, а потом сшили? When did this happen? Когда это произошло? When I was little. Когда я была маленькой. Three years old. В три года. Same with my sister. И с моими сестрами тоже. Кроме Фаму, ей было 8, потому что раньше было не найти Мидган. Мидган? Это женщина, которая режет.
Ларис, ты все еще это чувствуешь? What do you mean? Что ты имеешь в виду? Это поэтому тебе нужно столько времени в туалете? Только там можно стать женщиной. О, нет. Я женщина. И у меня это не так. Ты помнишь, как было до этого? Вот так? Тебе этого не делали? Your mother? И твоей матери? Нет. Здесь такое ни с кем не делают. Извините. Я знал, что ты не позвонишь. Нет, все верно, все верно. И я бы даже был разочарован, если бы ты позвонила. Знаешь, ты держишь вабру точно так же, как когда-то моя мама. Нет, ты права, права. Никогда не разговаривай с незнакомцами. Знаешь, тебе очень повезло. Ты даже не представляешь, как ты прекрасна. Визитка, которую я тебе дал, еще у тебя? Хорошо. Почему ты ешь корм для коз? У меня 3 месяца до важного просмотра. Мой последний шанс. Единственная школа, которая мне еще не отказала. Боже, откуда это у тебя? Терри Дональдсон. Сам Терри Дональдсон. Что ты хочешь сказать? Он же знаменитость, модный фотограф. Леди Диана, тетя Мариам говорит, фотографии это плохо. Откуда ей знать? Ее никто не хочет снимать. Он прав, ты прекрасна. Ты можешь заработать кучу денег. Кстати, о красоте. Классный Гарольд недавно, пока ты превращалась в Золушку, попросил передать тебе это. Вдруг ты приедешь в Нью-Йорк. Это его адрес. Гарольд Джексон. Гарольд Джексон. Call him. Позвони ему. He sees I am different. Он видит, что я другая. Что тогда? Ох, милая. Fuck, my watch. Черт, мои часы. Сколько времени? Мне нужно на работу. 10 minutes. 10 минут. Варис? 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 Все в порядке? У меня нет денег. Какие деньги? Здесь не нужны деньги. Подожди, я вызову помощь. Какая работа? Никуда я не пойду. Я позову на помощь. Подожди. Где здесь сестры? Есть тут кто-нибудь? Я могу вам помочь? Да, моей подруге очень плохо. Можете сказать, где у вас болит? Мне кажется, вот здесь. Мы вам сейчас поможем. Как вас зовут? Варис.
Варис, хорошо. Мы вам поможем, не волнуйтесь. Все будет хорошо. Вы сможете ей помочь? Да, я сейчас позову кого-нибудь. Оставайтесь с ней, спасибо. Пожалуйста, постарайтесь расслабиться. Положите ноги туда. Давай, красавица. Или доктор не сможет тебе помочь. Вот так. Я не могу вернуть вам то, что у вас отняли. Но я могу хотя бы позаботиться, чтобы это больше не причиняло боль. Приведите, пожалуйста, сестру Фатиму. Она говорит на Сомали. Можете опустить ноги. У Фатимы сегодня выходной, но Амаль тоже из Сомали. Скажите этой юной даме, что ее сшили слишком тесно. Это была работа настоящего мясника. Скажите ей, что нужно оперировать как можно скорее. Тебе не стыдно показывать этому белому свое тело? Наши традиции их совершенно не касаются. Скажите ей, она поступила правильно. Поразительно, что она терпела так долго. Это была постоянная пытка. Но она может не волноваться, мы все исправим. Конечно. Если ты перестанешь быть собой, то ты предашь своих родителей, свой народ и свое происхождение. Твоя мать знает, чем ты занимаешься? Тебе должно быть стыдно. Она подумает. Мама, у меня кровь внизу. Это хорошо. Это значит, что ты теперь женщина. Это очень больно. Любая боль проходит. Да. Варис, это Галал Мухаммад. Садись ближе, дитя мое. Тебе нравятся мои часы? Варис, ты выйдешь за него замуж и станешь его четвертой женой. Мы устроим свадьбу завтра. Thank you.
Мама, я не хочу за него замуж. Галал много заплатил за тебя. Ты не можешь сказать нет. Куда ты идешь? Бабушке, в Могадишо. Могадишо, это так далеко. Я пойду с тобой. Нет, ты нужен здесь, братик. Не волнуйся, в городе я заработаю много денег. И тогда вернусь и заберу тебя.
Не годишь, а? Да, залезай скорее. Вот видишь, мама, что получается, когда живешь с козами и овцами? Мы не можем оставить ее у себя, она должна вернуться домой. У девочки, отважившейся на долгий путь через пустыню, должна быть веская причина. Она опозорит нашу семью. Хватит, возвращайся к работе. Это чудо, что ты выжила. На то была воля Аллаха. У тебя губы, как у матери. Я всегда звала ее в Афи Орех. Бабушка, почему мы с тобой никогда не видели? Потому что твоя мать, чтобы выйти за твоего отца, убежала из дома в пустыню. Мы его не признали, потому что он был простым кочевником. И я спрашиваю себя, счастлива ли она? Такие мучения должны чего-то стоить. Цветы. О, довольно удобная кровать, да? Ну и денёк был, о, господи. Целый день на ногах.
Привет. Проходи. You don't look famous. Они не похожи на знаменитых. Fame. Yeah, слава. Yeah. Да, верно. Слава нужна, чтобы без проблем проходить паспортный контроль. Но кладбище полны людей, которые считали большими шишками. Вы забыли? Ты все время ее хранила? Спасибо. Сколько вы мне заплатите за фотографии? Как правило, это я тот, кому платят. Ты серьезно настроена стать моделью? Я настроена жить лучше. Постарайся расслабиться. Спасибо. Все. Вы готовы? Да, хорошо, начнем. Просто сядьте на стул. Замени аккумулятор. Просто присядь. Хорошо. Повернись сюда немного. Вот, вот сюда. Посмотри на этот белый предмет. Вот так, хорошо. Сейчас мы сделаем парочку проб. Хорошо. А как тебя вообще зовут? Варис. Варис. Оки-доки, Варис, поехали. Хорошо. Подбородок чуть повыше. Нет, так не пойдет. Простите. Нет. Сядь, пожалуйста. Все отлично. Итак, Варис, ты часто думаешь о доме? О маме с папой, да? О братьях, сестрах. О, типичный Дональдсон. Его интересует только профиль. Но он говорит, что профиль у тебя самый красивый, что он видел. Повернись к стене. Оки-доки. Итак, и почему же мы хотим непременно стать моделями? Не говори, что ради денег. Немногие девушки становятся богатыми или знаменитыми. Это, безусловно, исключение. Моделью быть лучше, чем уборщицей, да? Ходить умеешь? Тревор! Да, я дошла до Макидоши. Нет. Ты умеешь ходить? Это новенькая, Наталья. Украина? Да. О, нет. Ну, кто знал. Пока. Пока, дорогая. Ужасный Лордос. Как досадно. Николь, ты родила ребенка. Выглядишь супер. Отлично. Так, а теперь дойди до кушетки. Давай. Нет, о, жуть. Снимай. О, боже, что ты прячешь под этой палаткой? Жир? Целлюлит? Всего одна апельсиновая корка, и моих моделей больше не возьмут. Подними платье. У тебя кастинг через полчаса. Чтобы он не стал последним, подними платье. Ты работаешь в закусочной? Ужас.
О, зад есть. Ладно, это надо снять. О, мой бог, что у тебя с ногами? О, Марсель! Марсель! Это шрамы? Их надо убрать. О, Господи, ну ладно, ладно. Хорошо, что Дональдсон так тебя прославил. Вот адрес, возьми такси. Нет, я не возьму такси. Дорогуша, у нас нет лимузина, чтобы тебя отвезти. Мы простые смертные, берем такси. Нет, то есть у меня нет денег. Я пойду? Бертран! Бери с возвратом. Как дела, мой совершенный? Да-да-да-да. Очень-очень хорошо. Ладно. Значит так, ты видел немецкую девочку, которую я на днях тебе отправила? Миленькая, да? Ивана, Мэнди, Джанин, Николь. Квинан, Инкен. Варис, твоя очередь. Спот? Метка? No? Нет, я пошла. Стой. So you're Donaldson's girl. Ты же девочка Дональдсона? Yes. Да. Hang on, come back. Вернись-ка. Okay. Ладно, расслабься. Повернись. Дальше. Открой рот. Нет, не так широко. Я уже слишком стар для этого. Ну, Ларис, милочка моя, ты объездишь весь свет. Я устрою тебя на главные показы повсюду. Из африканской пустыни на подиум мира. Я гений. Итак, сначала Париж. Ты летишь с Наоми и Кристиной. Тебе будут снимать все французские фотографы, благодаря мне, конечно. А потом, милочка моя, благодаря моим талантам, у тебя две крупные компании в Америке. Там ты заработаешь большие деньги. Америка. В Америке? Да, так что давай свой паспорт. Мэри Энн опять звонит. Да, позже. Она звонит 5 раз. Не повезло, свежей воды. Давай, давай мне его. Иначе как мне оформить все визы? О, мой бог, сомалийская ископаемая. Марсель! Оплата твоих виз обойдется нам в состоянии. Но ты этого стоишь. Ты выглядишь фантастически. У тебя был секс? What? Что? Next, please. Следующая, пожалуйста. Следующая, пожалуйста.
incompetent. Тебя не приняли? Было похоже, что все они лучше меня. Ладно, я просто струсила. Бывает. Что? Это тебе. Чтобы поблагодарить. Они из грузовика вывалились? Ты не можешь себе этого позволить? Они посылают меня на большие показы. Это значит куча денег. Да. Но ты должна научить меня ходить. Извини, я не подглядывал. Там внизу дама хочет тебя видеть. Ты уволена. Из-за тебя я выглядела полной дурой. Эй, полегче. Целыми днями я устраиваю тебе работу по всему миру, а потом оказывается, что ты нелегалка. Твой смехотворный паспорт. Исторический документ. Он просрочен 6 лет назад. Тебя депортируют обратно в твою унылую пустынку. И я потеряю каждый пенни, который инвестировал в твою костлявую задницу. Как это депортируют? Простите, миледи, но вы портите шпильками мой пол. Я выставлю вам счет за ущерб. Мне надо дождаться машины, ясно? Выходи за меня. Нил, вставай. Твои серенады тут не к месту. Я серьезно. Поженимся просто ради бумаг. Варис получит свой паспорт и все. На это нет времени. Нам надо лететь. Дети, не забывайте. Есть другие пути. Вы кого-нибудь знаете? Возможно. Сколько? 3000. 2. 2,5. Он должен быть хорош. Нет, у меня нет денег. Возьми обратно. Нет, Варис. Мой народ притеснял твой народ целое столетие и причинил ему столько горя. Это самое малое, что я могу для тебя сделать. Спасибо, дорогой, но нам не нужны самоотверженные жертвы. Очень мило. Примите? Предпочитаю наличные. Пожалуйста. Ну ладно, наценка 10%. Звоните же. Не волнуйся, все будет отлично. Ладно, все слушаем сюда. Когда мы приедем в Париж, Жан-Люк отвезет нас в восхитительный отель Сен-Жермен. Оттуда мы сразу едем на вечеринку Vogue и в Ritz. Ага, обожаю. Потом вы спите, утром в 6:25 примерки. Живанши до обеда, Шанель и Диор после. Чтобы никакого алкоголя и никаких наркотиков. Не, вы меня поняли, девочки? Хорошо, в четверг вечеринка, день рождения Донателлы. И ходят слуги, что будет Джонни Депп. И главное, без Ванессы. В понедельник Мадонна открывает шоу Готье. У вас всех я записала. Давайте быстренько.
тебе, тебе. А ты, дорогуша? Теперь Варис О'Салливан. Что ж, милочка, идем. Спасибо. Кто это Джонни Депп? Миссис Варис О'Салливан, будьте любезны пройти. Нет, 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 это ошибка. Это ошибка. Позвольте, но у нее британское гражданство. Идемте, я звоню своему адвокату. Люсинда, я звоню моему адвокату. Бьет твою мать, потому что она не позволила тебе уйти. Но матери никогда не перестают любить своих дочерей. Отец никогда тебя не простит, но ты не можешь оставаться у нас. Я не могу вернуться домой, бабушка. Мария, сестра твоей матери, жена посла Сомали в Лондоне. Ей нужна служанка, чтобы работала по дому. Это воля Аллаха. Ты поедешь дальше. В Сомали будет война, в Европе ты будешь в безопасности. Не возвращайся обратно. Они будут стараться изменить тебя. Никогда не забывай, откуда ты. Вот, вот твой паспорт. Он скажет людям, кто ты. Без него ты никто. Да хранит тебя Аллах. Иди с миром. Salama.
посольства Сомали. Дамы и господа, добро пожаловать на сегодня ваш счастливый день. Сегодня ваш счастливый день. Что гражданская война наконец-то закончилась. Число погибших может доходить до 100 тысяч. И треть из них – женщины и дети. Беженцев – более 500 тысяч. Сегодня подтвердили сведения, что президент и его войска бежали из Могадишо. Борис, Сомали государственный переворот. Президента сместили. Персонал посольства отказывает. Укладывай свои вещи. Я не могу вернуться. According to different sources within the rebel organizations, their next step is to build a form of government in which power is to be equally distributed between the different factions. You got some good friends that just paid your bail. У вас есть хорошие друзья, которые внесли за вас залог. Вы можете идти. После закрытия вашего посольства был 6-месячный срок, в течение которого вы автоматически получали политическое убежище. Нужно было просто продолжить ваш паспорт, и все. Надо было поставить одну печать. Я этого не знала. Вы получите ограниченный вид на жительство. Вы должны каждую неделю отмечаться в управлении. Одно нарушение, и вас депортируют.
Не знаешь, почему ты еще здесь сидишь, а не со своими верблюдами в убогой лачуге без воды и интернета? Потому что я наняла лучшего в городе адвоката. Надо было сразу так и сделать, вместо того, чтобы надеяться на твоих подружек, тупых как пробка. Ты обошлась мне в тысячи, золотко мое, тысячи, но я верну каждый пенни. Ты будешь браться за любую работу, которую я тебе дам, и без жалоб. И будешь это делать до тех пор, пока иммиграционная служба не вышлет тебя обратно в твою пустыню. Марсель, Тревор. 10744 фунта и 23 пенса. Это адвокат, это путевые расходы. А это улучшенная комиссия, потому что ты не могла работать. Вот, держите. А залог, который ты заплатила? Мне он не нужен. Это я должна была посмотреть тот фальшивый паспорт. Я в этом разбираюсь, а не ты. Это была моя вина. Ты просто старалась мне помочь. И что дальше? I need a work permit. Мне нужно разрешение на работу. Oh, no, worries. You cannot be serious. О, нет, ты же не серьезно. No. Нет. Что? Мне так жаль. Кошмар. Первый автобус меня не взял, а потом второй был набит битком. Мне надо было позаботиться о цветах. Спасибо. Ты уверен, что ты хочешь это сделать? Ты же знаешь, что у меня нет денег. Мне не нужны деньги. И ты к ней не прикоснешься. У меня есть подружка, да? Да, полька из Польши. Она красавица. И где же она? Мэрилин, это было бы странно. Ну, тогда вперед. Пошли. Видишь ли, есть только одна возможность их обвести, если мы будем жить вместе. Так что... Обычай. Хорошо. А что твоя подружка? Для нее это нормально. Она работает в Amnesty International, так что улыбочку. Что ты делаешь? Нам же надо сделать фотографии. Как доказательство нашей любви. Вот, значит... Скажи, ты любишь спать справа или слева? Потому что мне все равно. На диване. Ты знаешь, проблема в том, что парни из иммиграционной устраивают проверки без предупреждения. Нам надо перед ними притворяться, чтобы выглядело натурально. Да, хорошо. Извини, уборщица выходной. Все нормально. Нил, спасибо тебе. Спасибо за все. На, прекрасно. Примерное поведение. И никаких служителей закона, занимающихся задержанием. 10 тысяч фунтов, да? Да, это прямо на мой счет. Позвольте вам представить Эварис Дерье. А где шины? Шины? Пирелли, это календарь, дорогуша. Гримироваться. А где Дональдсон? Разве он не фотографирует? О, позже, позже. Так что вы думаете, все в порядке? А он уже здесь? Да ты знаешь, Терри. Так, тело готово? Да, ноги. Ничего не надо делать. Добрый день. Привет, привет, Люсинда. Маэстро. Привет, дорогуша. Я опоздал. Извини, Варис. Нужно было отвезти дочку в школу. А вот кое-что для тебя. Я его нашел. Спасибо. Ты как? Я прекрасно. Я о ней позабочусь. Спасибо. Оставьте нас, пожалуйста.
Thank you. Спасибо. Всех вон. Оно утиное. Смотри, отливает зеленый. Кря-кря. Все готово, Спайк? Да, босс. Ну вот твоя отметка. Вот так. Не думай о деньгах. А это еще никого не красило. Сначала попробуем полароидом. Всего один. Хорошо, Спайк. Сходи попей кофе, ладно? Ларис, теперь тебе придется раздеться. Ларис, ты прекрасный человек. Ты светишься изнутри. Если у нас получится хорошо, это изменит твою жизнь. Разденься совсем. Хорошо? Но дышать ты все равно можешь. Ну хорошо, начнем. Хорошо, подбородок выше. Нет, не так высоко. Так, отлично. Хорошо, чуть выше. Рот, вот так. Хорошо. Хорошо, повернись чуть правее. Рот немного приоткрой. Еще чуть-чуть. Нет, широко. Вот так, отлично. Великолепно. Хорошо. Thank you.
Я готовлю куриный суп. Ты же его любишь, да? Где ты была? Я о тебе беспокоился. Лондон может быть опасным местом. Моя жена должна быть в безопасности. Я не твоя жена. Как же? Конечно же, жена. И грустно, что ты меня обманываешь. Ты поссорился с Агнешкой? Во всяком случае, ты действуешь мне на нервы, как жена. Ты понимаешь, что это значит? Ты говорил, что хочешь меня ей представить. Ты тратишь воду зря. Не учи, что мне делать в моей собственной квартире, ладно? Я вытащил тебя из беды. Ты больше не в пустыне. Взрослей. Извини. Извини, мы не должны так накидываться друг на друга, да? Я тоже не хочу ссориться. Они все тебя жалеют. Но ты моя. И ты ужасно готовишь. Иммиграционная служба, откройте, пожалуйста. Нил, вставай. Миссис Варрис, иммиграционная служба. Ванная. Сейчас 5 утра. Это просто наглость. Мистер Файрлэмп? Не хотите чая? Нет, спасибо. Можете подтвердить, что это ваше супружеское ложе? Да. Вы оба им пользуетесь? Да. А что? Вам интересно, чем мы здесь занимаемся? В этом нет необходимости, сэр. Чего нам стыдиться, а? Верно? Ну, очень хорошо, голубки. Вы с нами еще встретитесь. Наверняка. Простите, да? А 37-й у вас есть? Да. Пусть меня депортируют. Тихо. Одну минуту. Что ты говоришь? Варис. Я скучаю по маме. Я скучаю по брату. Хочу домой. О, нет. Твой брак должен продлиться год. Это недолго. А потом ты сможешь развестись. И никогда больше не видеть этого идиота. Послушай, Варис. Нил, пожалуйста. Я люблю тебя. Но дай же нам немного времени. Когда-нибудь ты тоже меня полюбишь. А что с твоей польской подружкой? Да нет никакой подружки. Как можно сравнить кого-то с тобой? Прости. Ты не представляешь, каково это сходить по кому-то с ума.
Пожалуйста. Нет, Нил. Пожалуйста. Я не святой. Каждую ночь я ложусь рядом с прекраснейшей женщиной мира и не могу к ней прикоснуться. Разве у вас, примитивных народов, все не точно так же? Бессрочный вид на жительство. Thank you. Спасибо. Я не видела тебя в вечность. Чем ты занималась? Шоу. Это моя сестра. Это моя сестра. Красивая? Моя сестра. Правда? Обалденно выглядит, да? Это моя сестра. Сегодня ваш счастливый день. Я нашла ее в туалете. Честно.
Гарольд Джексон. Гарольд Джексон? Yeah. Да. Мне очень жаль, но я... Лондон. Down Jack. Пуховик. Да. You look great. Ты потрясающе выглядишь. Что ты тут делаешь? Я... Hey. Привет. Привет. Я случайно. Моя подруга живет рядом. Не открывай дверь. Я забыл ее имя. Она хорошенькая. Возмутительно. Она просто все бросила и вернулась в эту дурацкую Африку. Вместе с этой BBC. Они снимают фильм о ней. День, изменившим ее жизнь, или типа этого. Это я была той, кто изменила ей жизнь. Они должны снимать фильм обо мне. Варис, очень приятно. Выглядите потрясающе. В чем вы? Выпьете что-нибудь? Кофе, чай, воду, сок? Воду, пожалуйста. Хорошо, просто воды. Итак, я видела фильм BBC, и он показался мне замечательным. Расскажите, каково это было снова увидеть мать? Вы давно с ней виделись? 20 лет. Ого, 20 лет, господи. Я тоже бы охотно не виделась со своей матерью 20 лет. Вы были девочкой-кочевницей, а теперь выглядите... Теперь вы топ-модель, которую все обожают. Так расскажите мне о том, как вас открыли. Расскажите о дне, который изменил вашу жизнь. Вы устроились в закусочную, и там вас увидел тот фотограф, верно? Это не был день, изменивший мою жизнь. What? Что? Что вы хотите сказать? Я не хочу больше этих историй из девочки-кочевницы в топ-модели. Но мы об этом договорились. Это то, чего хотят наши читательницы. Если я расскажу вам историю, вы гарантируете, что вы напечатаете ее? Я ничего не могу гарантировать. Скажу просто, что мы относимся к топ-журналам, и нас читают во всем мире. Хорошо. Хорошо. Рассказывайте. Расскажите мне о дне, который изменил вашу жизнь. Мне было 3 года. И накануне ночью я отправилась в необычное путешествие. Я не знала, зачем.
перед ей. Хейгард. Да? А, он купил я у Фрид Бата. Я у него. Он купил я у него. Он купил я у Apareça Fadmo. Fadmo, apareça de. Cadê Fadmo, apareça? Tente. Toma, a lápis não pegou, né? Я была одним из 12 детей, и моя мать должна была вернуться к остальным. Моя рана была инфицирована. У меня был сильный жар. Клитор был удален. Малые и большие половые губы были отрезаны. И рана была зашита. Там, где были гениталии, остался только большой шрам. Мидган оставил отверстие размером со спичечную головку. Однажды я вернулась к камню, но ничего не осталось. Все склевали птицы. Я пришел домой, а тут она стоит у меня под дверью. Увидела мою соседку, сорвалась и убежала. Ни телефона, ни адреса. Я даже не помню, как ее зовут. Звучит чертовски увлекательно. Том.
Тебе бы сюда журнальчики получше. Вечно я тебе это повторяю, сколько сюда прихожу. Может кто-нибудь отнести сахар и принять заказ на шестом столике? О, это она. Цветок пустыни. Это девушка, о которой я говорил, которую только что видел. А та на другой обложке. Нет, я серьезно. Ага. Штаб-квартира ООН, Нью-Йорк. Пора. Darling. Милая. Варис. Варис. Отлично. Не пробуй опять возвращаться в Золушку. Я видела все эти крутые обложки. Мисси. Понимаешь, тебе пора. То есть люди слетели с половины меры, чтобы тебя послушать, понимаешь? Соберись и выходи. Ты готова? Да, я готова. Я жду уже с полчаса здесь. Что ты там так долго? Я уже хотела звать охрану. Охрану. Прекрасно. Что ты так идешь? Хочешь меня опозорить? Это же я тебя всему научила. Помнишь? Я по тебе скучала. Я рада, что ты здесь. Дамы и господа, пожалуйста, займите свои места. Сегодня наш первый докладчик, мисс Варис Дирье из Сомали. Я люблю свою маму. Я люблю свою семью. И я люблю Африку. Более 3000 лет семьи искренне верят в то, что дочь, которая не обрезана, нечиста. Потому что то, что у нас между ног, нечисто. Поэтому это надо удалить и сшить, как доказательство девственности и добродетели. А в первую брачную ночь жених берет лезвие или нож и делает разрез перед тем, как проникает в невесту.
Необрезанные девушки не могут выйти замуж, и поэтому их изгоняют из деревни и приравнивают к проституткам. Эта практика продолжается, хотя ее не предписывает Коран. И все мирятся с тем, что в результате обрезания женщины становятся больны психически и физически на всю оставшуюся жизнь. Те самые женщины, которые составляют костяк Африки. Я это пережила, но две мои сестры нет. София истекла кровью после того, как ее обрезали. А Амина умерла при родах с ребенком в животе. Насколько сильнее стал бы наш континент, если бы этот бессмысленный ритуал был бы упразднен? В моей стране есть пословица. Последний верблюд в караване идет так же быстро, как и первый. И всегда то, что происходит со слабейшими из нас, влияет на всех нас. Когда я была ребенком, я сказала: «Я не хочу быть женщиной. Зачем, раз это так мучительно и так печально?» Теперь, когда я выросла, я горжусь быть той, кто я есть. Но в интересах всех нас попытаться изменить то, что это значит — быть женщиной. Во всем мире 130 миллионов девушек и женщин страдают от последствий обрезания. И в Европе, и в США иммигранты продолжают эту жестокую традицию. Ларис Дерие была первой женщиной, привлекшей внимание мировой общественности к практике женского генитального обрезания. В 1997 году генеральный секретарь ООН Кофи Аннан назначил Ларис Дерие специальным послом ООН по борьбе с этим ужасным ритуалом. С тех пор женское обрезание было официально запрещено во многих странах. Несмотря на это, более 6 тысяч девочек калечат каждый день. Режиссер Шерри Хорман. Продюсер Питер Херман. По автобиографическому роману «Варис Дерие».